Всем привет! Привет! Меня зовут Алёша. И вы на канале Игротека. Сегодня у нас новый волчок Imperar Fornius. Вот в этом пакетике он черном. Здесь у нас центральный диск, а здесь какой-то необычный драйвер. А также сегодня у нас будут вот такие две классные штучки. Грузик и еще чего-то. Это да, грузик, он цепляется на ручку с таким металлическим шариком. И карабин на ручку. Номера у них B47 и B58. Давай мы сначала откроем вот эти две штуки, да? Да. Потом соберем волчок и устроим мы битву со Сприганом Реквиемом. Голубым. Хорошо? Начнем мы, давай, с грузика. Хорошо, разрываем наш мешок. И вот оно. Так, я не знаю, что это такое. Да, там вот этот металлический шарик, он вот на таких пружинах. Еще он может вот так переворачиваться, да? Да. Давай попробуем прицепить. Чтобы его прицепить, я, насколько понимаю, нужно вот эту штучку вот так, хоп, вытянуть. Так. И затолкнуть. Вставляем. Так. И защелкиваем. Все, круто. Вау. Ого, вот это у тебя ручка. Это такой, да, противовес. И чтобы рука не тряслась. То есть да, он амортизирует. Я запустил вот так, и она даже не тряслась. Да? Хорошо, давай теперь откроем карабин. Открываем. Достаем. Он у нас состоит из двух частей. Ух, правильно? Смотри. О. Да, тут все разъединяется. Смотри, самое главное, покажу. То есть его можно тоже вот так, хоп. О, понял? Да. Круто. И сюда тоже можно. А вот это вот тоже защелка. Смотри, не защелка, вот так раз, поворачиваешь. Это чтобы на брюки его. На брюки, ну или куда-нибудь, да, вешать, чтобы носить с собой вот эту штуку. Ее можно, куда ее можно прикрепить? Кстати, ее можно прикрепить хоть куда. Можно вот сюда, смотри. О, зачем можно? Только, я не знаю. Я тоже. Так, вот, смотри, хоп. Ух ты! Клево! Для красоты! Для красоты, а эту можно прикрепить, смотри куда. У тебя вообще получится сейчас мега ручка. А потом можно еще одну сюда прикрепить. О, круто! Ого-го! Вот это! А это первый такой, он отпускатель. Вот это у тебя получился пускатель. Очень круто! Для пальца? Ну да, может быть. Ладно, давай теперь мы откроем волчок. Imperar Fornius. Открываем? Да. Или ты увлечен ручкой своей крутой новой, да? Да. Ну ладно, занимайся ручкой, а я тем временем открою наш бей. О-о-о, вот это классный он, да? Да. То есть вот это штучки металлические здесь, голубенький, красная какая-то вставка здесь, да? Так, дальше. Какой у него диск? Посмотрим диск. Так, диск номер 7. Есть такой у нас? Да. Наверное, есть. И, наконец, драйвер. Вот мне интересно, какой у него будет драйвер. Как? Так. У Спригана Реквиема. Вау, только какой-то розовый или какой он? Розовый. Класс. Точно. Он трехрежимный, да? То есть вот эта штучка, она переключается. Вытаскиваешь. Хоть и розовый, но все равно крутой. Очень крутой. То есть теперь Imperar Fornius вообще непобедимый будет, правильно? Да. Вот даже так он. С такой ручкой. А с такой ручкой точно. Вот он у нас в сборе. Интересные цвета, такие сочетания. И наклейки. Наклейки мы сейчас приклеим и устроим битву. Хорошо? Да. Смотри, какой он крутой получился с наклейками. Очень красивый. Очень красивый. Красно-синие наклейки. Много их маленьких таких, да? Так, ладно, давай мы его сейчас соберем. Он тройной. Он из трех частей у нас состоит. А четырех. Этот, да, этот из четырех. Кстати, может быть, поменяемся драйверами? Нет. Нет? Этот больше будет подходить к Спригану Реквиему, нет? Не хочешь? Да. Ладно, вот он у нас в сборе. Какой ты режим поставишь? Выносливый. Вот такой хочешь, да? Да. То есть вот они режимы переключаются. А, нет, защитный вот этот. Вот этот? Да. Так, все, я его собрал, держи. Сейчас мы с тобой сыграем, а потом поменяемся. Ох, у тебя пускатель крутой. Я даже не знаю. А я-то где? Где? Мне места совершенно нет. А я не знаю, как его даже держать. Ну, как-нибудь пробуй. Ладно, давай. Играем до 7 очков, потом поменяемся, хорошо? Да. Давай, 3, 2, 1, все! Так, Сприган Реквием. Ох ты, красиво выбил. Держи.
Резко было и очень классно. На 2 щелчка. У меня, кстати, тоже ровно на 2 щелчка. Готов? Готов. 3, 2, 1, счет! Ох ты, классно бьет мой. Научился маленько, да? Да. Так, Сприган Реквием, атакуй, атакуй. О-о! Так, 2. Ты думаешь, что из-за противовеса? Потому что я так сильно запустил, а он мне руку. Самортизировал руку, да? Да. Ладно, счет у нас 2-1. Поехали дальше. 3, 2, 1. Счет! Неудобно запускать, непривычно, наверное, да? Да, еще непривычно и плохо запустить. Вот, и счет у нас сравнялся. 2-2. Может, поменяемся пускателями, не хочешь? Нет. Нет? Это ладно. Он мне очень нравится. То есть это твой любимый теперь будет, да? Да? Готов? Готов. 3, 2, 1, вперед! Так, Сприган Реквием, давай еще раз выбивай его, выбивай! Ну! Ну что же ты? Никто не разбивается, нет. Никто не выбивает. А наверное, твой не железный. Я понимаю. Ну и... О-о! 3, счет у нас 3-2, ты впереди. Все, сейчас я тебя выиграю. Готов? Ага. К поражению. 3, 2, 1, вперед! Ох ты, как классно запустился Сприган, да? Ничья у нас. Ну ладно. Забираем запчасти наши. Я потихонечку твой драйвер хотел забрать. Не отдашь, да? Да. Ну ладно. Так и быть. Готов? Готов. Счет у нас по-прежнему 3-2. Ты впереди, да? Угу. 3, 2, 1. Вперед! Я тебя... Теперь ты за мной гоняешься. А теперь непонятно, что ты в центре стоишь. Ну? А ты хочешь на меня напасть? Я хочу напасть, но почему-то он тянет время. Может быть, твой остановится просто и все? Давай, падай, падай, падай. Давай, держи. Орнеус, что такое? 4-2, ты впереди. Мне еще 3 очка до победы. Да. Готов? Готов. 3, 2, 1, вперед! Давай, Имперор Форнеус. Имперор Форнеус снова центр занял, стоит себе спокойненько такой. Давай, 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 Сприган Реквием. Еще удар, сильнее бей его. Твой, по-моему, по весу маленько тяжелее, да? Да. Давай, бей. Так, бей. Давай. Опять я проиграл. Счет у нас 5-2. Мне кажется, я проиграю. Ну попробую все равно. Давай. 3, 2, 1. Вперед! Ох ты, чуть-чуть не получилось тебя выбить. А бортик вон туда. Да, если бы, конечно, не было бортиков, ты бы улетел, я бы тебя сбил. Ну, ну. 5-2. Очень большой разрыв, но я выиграл. Круто. 5-3. То есть я теперь отстаю на 2 очка, да? Готов? Ага. 3, 2, 1, вперед! О, нет! 6! Почему 6? 2 очка тебе, было 5, стало 7, я проиграл! Все, я проиграл, меняемся! Держи. А что, он тебе не нравится? Нравится. А я себе поставлю другой секретный режим. Режим. Выносливый. Не скажу. Атака. Не скажу. Готов? Готов. 3, 2, 1. Атаку. Ты думаешь? Выносливый. Ну, смотри, смотри, как я тебя сейчас выиграю новым. Опа. 2-0. Как-то легко очень. Почему легко? За ну да, на маленькой скорости. Но он его до этого много раз побил на большой скорости, а потом так хоп, и все, и разбил его. Готов? Угу. 3, 2, 1, вперед! Вау! Террор Форнеус, давай! Вперед, вперед, вперед! Только у меня победа! Да, я вижу, что он у тебя по-другому крутится, да. От запуска очень много зависит. Половина точно зависит. И я зарабатываю еще 1 очко. 3-0. Мне нравится. Еще с
Сколько очков? Мне еще 4. Готов? Готов. 3, 2, 1. Ой. Давай. Догоняй его. Догоняй. Ну и? И что дальше? Это все из-за этого пускателя. Ты думаешь, ну давай поменяемся, я-то не против, мне он нравится. Мне вот этот нравится пускатель. Ты заработал одно очко, счет у нас 3-1. Хоть одно. Да, готов? Готов. 3, 2, 1. 3-2. Вот это ты меня выбил. Круто. Немножко разозлился. Разозлился. Это опасно. Готов? Угу. 3, 2, 1. Вперед. Берр Форнус. Ой. Да. А удар-то хоть был между ними или нет? Не был, но ты вылетел. То есть 3-3 ты хочешь сказать? Да. Ну ладно, пусть будет 3-3, ничего страшного. Как будто бы сначала играем. Готов? Ага. 3, 2, 1. Вперед. Мой, видишь, совсем еще новый. Он еще не разъездился, и не обкатался. Еще его не так уж хорошо. Я его еще, да, не научился хорошо запускать. Ну и счет у нас пока равный, но сейчас мне надо выиграть. Круто! Молодец, Эмперор Форнус, 3-4. Я впереди. Готов? Угу. 3, 2, 1. Вперед! Что происходит? Друг за другом они гоняются. Так, по-моему, сейчас я упаду, да? Нет? Да. Давай. Да, 4-4. Видишь, на равных идут практически. А я больше, чем в первой битве заработал ты очко. Да, больше. Но у тебя ручка круче. Готов? Угу. 3, 2, 1. Вперед! Счет одинаковый у нас. Террор Форнус, догоняй его. Спрайзена, бей его сильнее. Ты можешь выиграть. Нет, падай. Давай. Отлично. Я снова впереди. 5-4. Идут бок о бок. Готов? Угу. 3, 2, 1. Вперед. Ой, оу, чуть не вылетел. Давай. Ну, так, сейчас непонятно, кто победит, да? Да. Я в центре стою. И с маленькой скоростью. Скорость, ну, зато у меня он с металлическими накладками по весу, мне кажется, он маленько потяжелее, да? А у меня зато очень крутая ручка. Я знаю. 5-5. Вот это да. Невероятный счет. Одинаково идем. Готов? Угу. 3, 2, 1. Вперед! Ну! Эмперор Форнус, просто разбей, и ты выиграешь. Разбей Спригана Реквиема! Вау! Ой-ой-ой, ты так меня еще и выиграть можешь! Ну-ну-ну! Эмперор Форнус! Держись! Давай! Держись, не падай! Yes! Так, счет у нас какой? 6-5? 6-5 я впереди? Угу. Давай, 3, 2, 1! Вперед! Крутой удар был такой! Еще бы один такой, ты бы разлетелся. 6-5. Нет, я так тебя ударил. А, это ты меня ударил? А мне да. Показалось, я тебя ударил. Ну, ладно. Так, и... Давай! Вот и все. 7-5. Практически, но они шли бок о бок. То есть он достаточно хорошо сопротивлялся. Ну, это, наверное, ручка тебе помогла, да? Да. А волчок тебе не понравился, что ли? Понравился, да. Всем пока! Эмперор Форнус, супер классный бэй. Всем пока, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока! Пока!